любителя рыбалки, рыбалку ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы показать, наверное, небольшой видеообзор по тем кормушкам, которые я использую непосредственно на стоячих водоемах. Это пруды, озера, вот, для ловли карася, соответственно, подлещика, вот, для крупной рыбы на средних и на малых водоемах. Ну, в частности, здесь не будет указан монтаж, если кого будет интересовать, на какой вид кормушки вам интересен монтаж, я наверное еще отдельное видео, пишите в комментариях. Все, всем удачи. И кормушек, с которого я хотел бы начать свой первый видеообзор, это прежде всего пружинка классическая. То есть это такая пружинка, внутри пластиковый стержень. Вот. Можете наблюдать, легкая довольно-таки. Вот это 15 грамм, вот это 10 грамм пружинка. Оснастка применяется для ловли карася, ботвы, на стоячих небольших водоемах. Довольно-таки мелких. Вот. Соответственно, при добавлении прикормки у вас будет 40 грамм будете иметь вес тяжелого. Оснастка, монтаж самый простой, ничего сложного нет. Вниз коромысло, два крючка, и сверху крючок, и два крючка по желанию. Ловлю я на них на маленьких водоемах, на прудах, на очень маленьких прудах, где мне нужен дальний заброс, соответственно. Вот, порядка 15-20 метров. Кормушек, который присутствует у рыбаков-любителей. Вот это вот как раз вот эта кормушка, так называемый арбуз, применяется она на прудах, на озерах, на малых реках со средним течением, с малым течением. Тот самодельный арбузик, где он с моим пальком еще у меня с начала 2000 годов кормушка живая. Вот. Вот представляет собой вот такие вот поперечные дуги. Пайка из того 35 грамм, указанная развесовка, средний вес где-то такой кормушки как раз 35-40 грамм, делаются они от 20 грамм, это как вот это вот, до 60 грамм, до 50 грамм вот ловится. Далее уже идут самопальные, то есть это вот такие, весит где-то порядка уже 80-70 грамм. Кормушка так называемая витая. Вот. Представляет она себе продольный сердечник такой, пластиковый. Два грузика, один сверху, один снизу. На них как правило указывается вес. Здесь, видите, вот 10 грамм здесь, 10 грамм, 20 грамм. То есть это классика, классика для карасевого ловли. Самых распространенных кормушек, которые применяются у нас на водоемах для ловли мирной рыбы. Вот. Применяется она для ловли карася, ботвы и другой мирной рыбы. Оснастка также самая стандартная, то есть применяется там снизу. У нас монтаж делается коромыслом сверху, один поводок. Но по монтажу я поподробнее самое отдельное видео покажу, как, какое вяжется, какие пружинки. Ну вот. Вес данной кормушки где-то грамм 25-30, более 40 грамм тяжелее я кормушку не встречал. Это, наверное, наиболее самых таких легких. У меня их где-то 40 грамм. Кормушка пуля применяется для ловли уже на серьезных водоемах,
проектах меня применяет большим течением. Вот. Применяется она также мной активно, когда сильно встречный ветер, боковой, фронтальный ветер. Тогда я использую кормушка с бужевесом. Здесь вес не указан, так течением где-то 40 грамм. Соответственно, большая у меня обеденность довольно-таки. Загрузочная часть, то есть нужно активно использовать для закормки точки в очень жестких условиях, когда сильный ветер в лицо или вправо-влево, чтобы поставить корм. Вот необходимое место. Используется оно для ловли уже подлещика, карася. На более крупных водоемах это озеро, озера, соответственно, и большие круги. Классная кормушка, мне очень нравится. Последние модели, которые я встречал, вот именно данные кормушки, это уже пластиковые, они идут. Здесь вот пластиковое крепление уже идет, груз весь в пластике. Вот это более старая модель, начало 2000-х. В запасе у меня они лежат, 4 штучки осталось. Когда если ездить на озера, я обязательно их с собой беру, потому что условия ловли разные бывают. Там классические, квадратные. Аэродинамические у нее способности, вот, для дальнего заброса самое то.